Пусконаладочные работы в двух новых котельных еще не завершены до конца. Администрация города приняла решение приостановить на время образовательные процессы в 5 образовательных учреждениях, 3 детских садах и 2 корпусах школ. Из-за низкой температуры воздуха в помещениях с 3 октября 5, 6 и 9 детские сады будут закрыты. Образовательные процессы приостановят также в 5 и 6 корпусах 4 школы. Конкретно то, что касается 5 детского сада, мы его приостанавливаем действие работы на 3 и 4 октября. И надеемся, что завершится, потому что данная котельная работает, но пусконаладочные работы конкретные, вот, связаны с прогревом самого объекта, не совсем завершены. Поэтому данный детский сад, я надеюсь, приступит к работе в обычном режиме 7 октября. То, что касается 2 детских садов, это 6 и 9 детского сада, нами принято решение о приостановлении учебного процесса в этих образовательных учреждениях с 3 по 11 октября. Так как на тех котельных, которые будут отапливать 2 конкретных детских сада, чуть больше времени требуется для проведения пусконаладочных работ. Соответственно, с 14 октября данные учреждения смогут начать работать в обычном режиме. Принято аналогичное решение по 2 корпусам 4 школы. Это бывшая 6 школа и бывшая 10 школа. Образовательный процесс с 3 по 11 октября будет приостановлен. В связи с закрытием 5 и 6 корпуса решением администрации города будет изменен и график осенних каникул. Ученики с 7 по 11 октября уйдут на внеплановый отдых. На каникулах, которые для всех школьников начнутся в ноябре, дети продолжат обучение. По всем возникшим вопросам родители могут обращаться по телефону 20 098. Это директор 4 школы Болтнева Лариса Анатольевна. 38 00. Начальник отдела образования администрации города Григорьев Александр Юрьевич. И 24 825. Заместитель главы города по социальной сфере Соколова Вера Сергеевна.